Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И в этом видео я предлагаю вам связать на вязальной машине вот такие веселенькие оригинальные детские шапочки. Я вязала шапочки для девчонок. Если взять другую цветовую палитру, я думаю, что такую шапку может носить и мальчишка. Этот видео-мастер-класс я записывала год назад, но тогда уже даже у нас на Урале наступила теплая погода, поэтому я его оставила для лучших времен. И сейчас как раз весна, как раз самое время связать своим ненаглядным малышам такие шапочки. А связать я предлагаю вот такую вот шапочку. Вот у нее тут завязки. Вяжется она несложно. Я их связала уже несколько штук, так что уже готова записать мастер-класс для того, чтобы поделиться с вами, каким образом можно связать вот такую прикольную шапульку. Я вязала ее из двух деталей. Если мы развяжем с вами завязки, выглядит она вот так. Вот такой вот квадратик из двух цветов с ушками. С ушками, с завязками. По низу у меня идет планочка двойная. Вяжутся две вот такие одинаковые абсолютно детали. Сначала это все идет по прямой. Далее здесь вывязывается завязка и соединяется. Вот здесь вот соединительный шовчик идет по верху. И сейчас я вам покажу, с чего начать, какие манипуляции проводить на машине, как сшивать и так далее. Я связала шапочки из вот таких ниточек Хаапсалу. Это 100% меринос 28,2, то есть 1400 метров на 100 грамм. Вяжу в 3 ниточки. Обязательно вот эти вот овальные моточки нужно перемотать на моталке. Вот у меня моталка стоит, я все моточки перематываю, иначе машина вязать не будет. Натяжение нити будет разное, и машина вязать не захочет у вас. Вот здесь за машиной у меня стоят все моточки, 3 розовых, 3 серых, и я по очереди вяжу сначала розовую часть, потом серую часть или наоборот, неважно. Еще нам понадобится бросовая ниточка для того, чтобы делать набор и закрытие петель. Набирать я буду 64 петли, то есть от нулевой отметки на машине по 32 петли в разные стороны. Итак, делаю разбор, выдвигаю иглы через одну, иглы ставятся в переднее нерабочее положение и иглы в работе. Теперь я беру бросовую ниточку, вставляю в нити направитель. Здесь у нас стоит рабочая плотность, и набор я буду делать с помощью вивинговых щеток. То есть я их сейчас вот здесь вот опускаю. Здесь у меня все отключено. Хвостик нити я укладываю на иголки и делаю заработок. Все. Заработок у нас получился. Заработок — это набор в машинном вязании. И теперь для того, чтобы петли у нас не упали с иголок, придерживаем вот так вот линеечкой край и выдвигаем иглы в переднее нерабочее положение. Это делается буквально первые 2-3 ряда. Все, вивинговые щетки я пока не поднимаю. Провязываю второй ряд. Точно так же здесь, придерживая петли, выдвигаю иглы в переднее нерабочее положение. Еще провязываю ряд. Здесь уже можно повесить гребенку. На всякий случай я все-таки выдвину еще петли. Так, вот здесь последняя петля тоже не провязалась.
чтобы вот эти петли провязывались. Сюда вешаем еще вот такие крабики, утяжелители. Все, вивинговые щетки я поднимаю и провяжу еще пару рядов. Теперь я обрезаю бросовую ниточку и вставляю в нити направитель рабочую ниточку. Хвостик рабочей ниточки, чтобы не потерять, вот тут можно привязать к струбцине. Все, он никуда не денется. Теперь на рабочей плотности провязываем 10 рядов. Ставим счетчик на 0. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, 10 рядов у нас провязано. Теперь смотрите. Вот этот вот рычаг плотности мы начинаем перещелкивать на одну единичку ниже, и так провязываем 10 рядов. То есть перещелкнули, ряд провязали, перещелкнули плотность, ряд провязали. Поехали. Первый ряд, второй, третий, четвертый, перещелкиваем, пятый, перещелкнули, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Все, 10 рядов у нас провязано рабочей плотностью, и 10 рядов мы с вами уменьшали плотность. Теперь переключаемся на обратно на 10 позиций вверх, то есть на нашу рабочую плотность, и провязываем один ряд. Теперь снова переключаем рычаг плотности на 10 позиций вниз. И начиная с самой маленькой плотности, прибавляем по одной точке в каждом ряду. Вяжем 10 рядов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. И теперь снова вяжем рабочей плотностью 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот что у нас получилось. Посерединке у нас есть ряд, который отличается по плотности. Вот в этом месте у нас будет перегиб планки. Сейчас я убираю крабики и планочку, и смотрите, что мы будем с вами делать. Вот наш набор бросовой нитью. Вот у нас висят петли. Сейчас вот эти вот петельки, которые держатся на бросовой ниточке, нам нужно поднять. В принципе, их здесь очень хорошо видно. Посмотрите, вот они, серенькие петельки, идут среди петель бросовой нити ярких. Желательно бросовой ниточкой брать какой-то цвет поярче. И вот так вот, подхватывая каждую петельку, надеваем наборный край на иглы. Да, вот такие моменты кропотливой работы встречаются повсеместно в машинном вязании. Поэтому, если кто-то скажет вам, что там, подумаешь, на машине связал, не верьте. Очень много вот такой вот кропотливости в этом деле. Так, ну ладно, доделываем этот ряд до конца. Все, при помощи вот такого декера мы подняли все петли первого ряда на иглы, и у нас, вот видите, планочка загнулась. Теперь нам нужно провязать вот эти два ряда, первый и последний,
вместе. Сюда я повешу снова планку, чтобы не мешало нам тут вот это утолщение. И на каретке я оставлю диск плотности на пару делений больше. Все, провязываем вот этот ряд. На диске плотности снова ставлю рабочую плотность. Смотрите, на счетчике у нас 42 ряда. То есть 10 рядов мы провязали сначала рабочей плотностью. 10 рядов мы убавляли плотность. Один ряд у нас рабочий. Потом 10 прибавляли плотность. И 10 рядов рабочей плотностью. И соединительный ряд, еще один ряд. 42 ряда всего. Теперь вяжем 50 рядов рабочей плотностью. Все, 50 рядов провязано. Вот она уже почти готова, наша шапочка. Теперь мы будем снова вот эти вот петли снимать на бросовую нить. Смотрите, вот в этом месте я убираю из нити направителя рабочую нитку, отматываю ее немного подлиннее, чтобы мне хватило закрыть один ряд и потом еще сшить боковой ряд, вернее передний он там, и обрезаю ниточку. Еще вот такой важный момент. Сейчас мы будем делать завязки, они у нас посередине, чтобы потом не считать. Вот внимательно послушайте, это важно. Сейчас мы вот здесь, у нас шкала есть с делениями, с посчитанными иглами. Мы на шестую иглу слева и на шестую иглу справа вешаем вот такие вот маркеры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эта игла. Вот, все. Теперь я уже буду видеть, какие петельки мне потом поднимать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть мы будем на 12 иглах вязать завязку. И вот я с двух сторон от центра 6 иголочек отсчитала. Теперь я вставляю в нити направитель бросовую ниточку. И провязываю несколько рядов той же рабочей плотностью. Пожалуй, хватит. Обрезаю нить. То есть я просто вот так вот ее срезаю. И снимаю петли шапки с машины. То есть, когда у нас каретка без нитки, она просто все эти петельки нам вот так вот снимает. Они открытые, сильно тут их тянуть не нужно, чтобы они не распустились. Но сделать то, что нам дальше необходимо, мы с вами сможем. Главное, тут не растягивайте и не распускайте. Что мы делаем теперь? Снова берем декер. Вот такой вот. С одним ушком. И вот он у нас маркер. Начиная вот с этой петельки, я подвешиваю эти петли снова на иглы. Итак, 12 петель у меня здесь на иглах. Выдвигаю их сюда в переднее нерабочее положение, а те иголки, которыми мы вязали шапку, только что надо убрать в заднее нерабочее положение, чтобы их машина не провязывала, а то она сейчас начнет и их вязать. В нитенаправитель я вставляю рабочую ниточку, я тут ее придерживаю рукой, провязываю первый ряд. И вяжу таким образом 50 рядов. 3, 4. Не забываем повешать крабики вот сюда. 5, 6, 7, 8, 9. Все, 50 рядов провязали. Теперь смотрите, что мы будем делать. Берем вот такой двухушковый декер. Выдвигаю две иглы. Закидываю их обратно
и переснимаю вот эти петли на декер. Перехожу на одну иглу влево и выдвигаю вот эти иглы на полную. Все, я вот здесь сделала одну убавочку. Пересняла на декер, перешла на одну иглу вправо и выдвинула иглы. Остальные иглы точно так же можно вывести вперед. Все остальные иглы у нас вне работы, провязываем один ряд. Точно так же проделываю точно такую же манипуляцию. В каждом ряду. Таким образом мы с вами продолжаем сокращать по одной петле справа и слева в каждом ряду. Все, 4 иголочки у меня осталось, провязала их. И теперь по одному переворачиваем на одно ушко декер, по одной вот так вот переснимаем. Все, 2 иголки последние провязала. Вот у меня закончилась завязка. Сейчас я эти 2 петельки крючком просто стяну петлю. Все, вот я вытянула петлю, рабочую ниточку. Точно так же оставляю небольшой хвостик для того, чтобы потом можно было эту завязку сшить. То есть, чтобы мне хватило вот на это место. Вот здесь надо будет сделать шовчик. В принципе, оно тут так красиво подкручивается. Можно оставить и так, наверное. Так, но я сшивала. Теперь, что мы дальше делаем? Смотрите, у нас осталось соединить вот этот вот шов. Петли у нас на бросовой ниточке. Сейчас мы снова вот эти вот петельки поднимем на иглы. Вот так вот в 2 ряда и сделаем соединительный ряд. Итак, смотрите, я первую сторону уже подняла. Всего у меня получилось 26 петелек. И одну я беру уже вот крайнюю петлю вот отсюда, которая у нас уже провязана, то есть чтобы вот здесь вот не образовалось никаких дырочек, чтобы было все аккуратненько. И смотрите внимательно, для того чтобы шов оказался внутри, к себе поворачиваем вот эту вот часть лицевой стороной. Все, подвесили. Теперь загибаем изделие и теперь и вторую половинку подвешиваем уже изнаночной стороной к себе. Точно так же находим все петельки, которые у нас есть, и выводим их на иглы. Итак, петли подвешены. Я здесь прикрепила планку, чтобы все было ровно. Увеличиваю плотность на пару единиц для того, чтобы машине легче было провязать эти две стороны. Здесь смотрите, ту нитку, которую мы с вами оставляли, вот она идет у нас, вот отсюда выходит. Эту ниточку надо сейчас аккуратно поставить в нити-направитель. Вот я ее вот так вот снизу аккуратненько сюда завела. Так. Придерживаю рукой примерно с таким натяжением, с каким у нас нить выходит из клубка. Вот это вот такая моя хитрость. Я вот так вот придумала. Провязываю этот ряд. Все, у нас петли соединили эти 2 края. Теперь надо вот эти петельки закрыть. Снова беру декер и закрывать буду при помощи декера. Смотрите, первую петлю
переставляю ее на вторую иглу. Вот у меня две петельки на игле. Протягиваю эти петельки подальше. Здесь укладываю вот таким образом ниточку и тяну, вытягиваю петлю через эти две петли. Показываю поближе. Смотрите, вот декер. Я им хватаюсь за крючок иглы и протягиваю петлю, вытягиваю сюда иглу, да, протягиваю петлю так, чтобы она была за язычком. Вытянула иглу и толкнула ее обратно. Язычок закрылся, петля оказалась у меня на декере. Переставляю на следующую иглу эту петлю, вытягиваю за язычок, ниткой обматываю в районе крючка иглу и вот так вот вытягиваю петлю. То есть видите, язычок закрывается и протягивает петлю через эти две петли. Все вот таким образом делается закрытие. Это достаточно быстро происходит, если еще наработать сноровку. Главное вначале не торопиться, чтобы ничего нигде не потерять. Все. Закрываем эти петли. Теперь смотрите, у нас остались бросовые нитки, их надо распустить. Вот с этой стороны у нас есть хвостик. Вот он, да? Он тут распускается. А с противоположной стороны тут целая петля. Для того, чтобы не заниматься распусканием этих всех этих петель, мы надрезаем крайнюю петлю, только смотрите аккуратно, ничего лишнего не зацепите. Освобождаем вот эту вот ниточку и вытягиваем ее. Все, вот она у меня вытащилась, и теперь все остальное снялось вот так легко и быстро. Точно так же я сейчас вот эти вот петли уберу. И я вас поздравляю, шапка почти готова. Остается связать вторую часть розового цвета, выполнить все швы и спрятать хвостики. Все, убрала все бросовые ниточки. Посмотрите, какой получается шовчик. С этой стороны он выглядит вот так. И здесь, в принципе, его не будет видно, потому что он будет вот так вот закрыт. Вот этим местом здесь будет узелок. Все, теперь я свяжу вторую точно такую же деталь другого цвета. Далее сделаю ВТО, отпарю все края, чтобы мне было удобнее сшивать. И сделаю все швы. Покажу вам потом, как я сшивала эти детали. И я вам обещала показать, как сшиваются изделия. Я почти уже заканчиваю. Смотрите, когда мы выполнили вот эти вот швы на деталях, у нас ниточки остались вот в этих уголках. И я этими же ниточками начинаю двигаться, то есть розовой ниткой, например, в одну сторону, а серой ниткой в другую сторону. Я сшиваю изделие от этого шва и вот так дальше вниз. Далее у меня шов проходит вот здесь, разворачиваю планку и внутри закрываю точно так же. То есть шовчик получается вот такой вот внутри шапочки, а раз у нас планка двойная, вот здесь вот все аккуратно и красиво получается. Итак, вот буквально два стежка вам покажу для того, чтобы было понятно, как я сшиваю. Я сшиваю матрасным швом. Итак, матрасный шов выполняется, заходя иголочкой попеременно то на одну сторону, то на другую. Здесь выбираем косичку ровную, чтобы она у нас шла по всему шву. Вот так красиво здесь ровно все получается. И рядом с этой косичкой мы находим перемычки, за которые будем цепляться. Вот сейчас у меня ниточка выходит из серой половинки. Я захожу, вот у меня косичка,
вот они вертикальные петли идут. И вот здесь между вот этими петлями есть вот такие перетяжечки. Вот за эти перетяжечки, если вы будете заходить иголочкой, у вас будет очень красивый и ровный шовчик. Здесь точно так же, вот у меня косичка. Вот если я разверну, у меня здесь уже дальше кромочные петли. И вот я нахожу такую же перетяжечку и прохожу в ней. Теперь снова на розовую сторону. Вот она перетяжка. Теперь на серую. Все, вот таким образом сшиваем, и шовчик будет идеально красивый и ровный. Я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс, и что самое главное, он был для вас понятен и полезен. Не забывайте подписаться на канал. Конечно же, пишите свои комментарии под этим видео. Я буду очень рада услышать ваше мнение. Вяжите такие же шапочки своим деткам. Пусть они носят их на здоровье. А у меня на сегодня все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!